Всем привет, меня зовут Лена, и я безумно рада вас видеть на... Взяли мне и испортили начало, я безумно рада вас видеть на своем канале. И вот еще один мужчина, молодой человек, идет с нами. Как я вам и говорила, мы сегодня идем с моими подружками. Элеонора Евгеньевна, Алла Дормидонтовна. Мы сегодня идем отмечать, что мы идем отмечать? Девичник у нас просто сегодня. Хорошее настроение. Если хотите быть в кадре, идите ко мне поближе. Да, вот так. Мы можем вообще вот так вот идти. Сегодня сейчас мы идем к Ксюше. Ксюшу вы тоже знаете, но вы сейчас ее увидите. Кадр. Кадровичка. Кадр. Ну, кстати, у нас на нашем девичнике будет один только мужчина. Да, мальчишка. Да? Будем сегодня целоваться? Не знаю. Не знаю. Сказал, еще не знаю. Сделали мы небольшие закупочки. У меня есть для этого хорошо обученный человек, который несет пакеты. Аллочка тоже. А я иду вот, ну, собственно, я же блогер, я же снимаю контент. Привилегированная да, особа. При... Так что сегодня мы будем отмечать, сегодня будем гулять. Мы давно не виделись. Да, не 20 не виделись, соскучились, поэтому в Инстаграм рекомендую не заходить, потому что сторис. Или пускай люди заходят. Пускай заходят, да. Расскажите, как у вас дела, потому что мои зрители вас, в принципе, знают. Расскажи ты. Я одичала, сижу дома, хоть в люди вышла. Оказывается, люди симпатичные такие на улицах ходят. Даже люди есть на улицах, да? А что ты дома красотки сидишь? Всякие. Может, люди не знают? Я на заслуженном отдыхе пока. Как бабушка, да? Да. Занимаюсь воспитанием ребенка. Муж, дети на работе, а я занимаюсь воспитанием. Все как бы. Ты домохозяйка. Вечедушно. Фрейкинбок. Да не, на какой степени. Да, ну что ты одичавшая, но такая прям хорошо ты выглядишь. Я даже тебе завидую, да. Твой муж мне тоже самое сказал, что я хорошо выгляжу. Ай-яй-яй-яй-яй. Аллочка, расскажи о себе, потому что тут сейчас я буду уже ругаться. А мы работаем с Леной, как всегда. А мы работаем, да. Я на новом месте работаю, я очень рада. Прошла марафон Блиновской. Благодаря ей, наверное. Егорчик, иди сюда. Благодаря тому, что я прошла этот марафон, и у меня получилось новое место, новая работа почти, можно сказать. А у меня я новая квартира практически. Вот. Да, так что работает. Так что всем советую. А у меня ремонт, да? А у тебя ремонт. У меня шина на велосипеде новая. Колесо новое. Кстати, вот коллега, у которого тоже ремонт, которого мы друг друга понимаем, да? По несчастью. Да, ну у нас практически, ну у тебя уже начальная стадия месяца на 3 вперед, да? Ну да. Где-то так. Аллочка, я хотела своим зрителям рассказать, куда тебя пригласили. Или мы не будем об этом рассказывать? Нет, не надо. Нет, а я бы рассказала. И я бы рассказала. А я расскажу, если хорошо попросят. Ну, если зрители попросят. Девочки, давайте Ксюше сумочки оставим, чтобы их не тянули. Ну, давайте. Пошлите Ксюше. Ой, сейчас я вас перекину. А вон и Ксюша. Сейчас мы идем к Ксюше, отнесем сумки. Хотим сходить еще в магазин. Он называется «Базилик». Это магазин здоровой еды, правильной еды. Поэтому мы сейчас туда зайдем. Ну, а сейчас с вами мы Ксюше. Здравствуйте, хозяин. Боже, как у вас пахнет. Как у вас смачно пахнет. А что у вас там? Расскажите нам, будь ласка. О, его сегодня все хотят поцеловать. Я может, сыну скажу. С его... Пойдешь со мной? Да на улице жалко. Может, потом, Малочка. У нас же все правильное есть. Если нам не хватит правильной еды, мы сходим, правильно? Лика, покажи свою, ну, Аллочкину татуировку, я, наверное, вы ее не видели. Да, нет. Да, нет. Давай тогда хвастайся. Вот кто любит хвастаться. Вы посмотрите. Боже. Красота какая, да? Да, было у тебя сначала вот это. Был сначала дванчик, потом стала девочка, а теперь стало все остальное. Девочке стало скучно, мы ее поселили в саду. Класс, я балдю. А еще будешь что-то делать?
А мама будет смотреть туда? Да. Конечно. Нет, не буду, мама. Ну, планы есть. Мама даже вот эту не заметила. Я вчера по пятницу ездила к маме, она даже не заметила. Мама не заметила? Мама, не смотришь эту часть ролика. Да. Тетя Вера, вам, между прочим, тогда от меня выговор. Так, ну что, мы начинаем. Дальше я вас, дальше будет подключение. Ксюша уже практически подготовилась к приему гостей. Это вся наша закуска. Это вся наша еда. Я шучу, все голодные с работы. Я свой режим сегодня позавтракала только, а уже обеда, ужин у меня будет вот здесь. Вот. Боже, ты прям светишься в этом окне. Аллилуйя. Вот посмотри, о боже, я здесь. Значит, вот такого плана, возможно, у меня будет шкаф-купе, я вам рассказывала, ну, как бы ремонт у нас идет, да, дома. И такого плана, скорее всего, будет у меня тоже шкаф-купе. И очень удобно. Очень удобно. Но я раскрывать не буду, но я знаю, что там идут все в алфавитном порядке. В алфавитном порядке. Желтый, светло-желтый, темно-желтый. Там все, ну, не будем без хозяйки. Горошек по диаметру. Горошек по диаметру идет разный. Мы не будем с вами вскрывать, да? Егор, моим зрителям привет. Ты задумался? О чем ты задумался, молодой человек? Алло, гараж! Мужчина, молодой человек задумался. Поэтому вот, чтобы вы понимали, именно такой шкаф будет стоять у меня за дверью. Да, вы помните, по расположению тоже у меня здесь дверь. И вот так я хочу. Ну вот я смотрю, у Ксюхи здесь не до конца, не под потолок. Ну вот этот момент буду тоже решать, что и как у меня будет. Да? У тебя тоже такой шкаф дома? Да. Да. Мы с тобой сейчас будем и так вести эфир. Я мокрая. Я вся такая мокрая. Это ты рада меня видеть? Так, это нельзя вставлять. Это в кадр вставлять нельзя. Да, и это тоже. Хочу вам показать, какие у Ксюши магнитики такие красивые на холодильничке. Но мне один магнит больше всего понравился. Сейчас я вам покажу. Миргород. Вот такая пяточка. Где то, что я тебе привозила? Есть? Осисё. Где Осисё? А, Осисё. Вот тут я привозила Ксюше тоже подарочек. Когда-то. Так, там его, наверное. Так, вот. Девочки, вот. На ночь не жрать. И так корова. Так что запоминаем. Любви. Обырих. О, вот это я. Вот это я и баба, и мужик, да? И ты тоже? Это я. А это ты? Конь педальный. Бабушка лошадушка. А это кто у нас? Это бабушка лошадушка. Это Ксюня. Это наша Ксюня. А это у нас кто? Это Егор. Да. Мы всех нашли. Один наша Алочка. А вот наша Алочка. Алечка, ты. Алочка. У Аллы сейчас будет истерика, потому что Алочка находится в процессе удержания своей красивенной фигуры. Поэтому Алле такой не быть никогда. Ты никогда не была толстая? Нет, ты всегда, твой вес какой? Ну, сейчас 60. 60, а самый большой какой был? Ой, 70. 70. А у тебя? Слабачка. Слабачка. Да, слабачка, потому что вот сильный человек. А у тебя какой вес самый? 71. 71. Ксюня, у тебя? Гормона. Пи-пи-пи-пи-пи, да. Боже, какие красивые часики. Боже, як гарно. Тільки вони не йдуть. Чого вони не йдуть? Ну, время остановилось от такой красоты. Старинные часы еще идут. Здесь мы с вами еще посмотрим тоже. А, так, с окна немножечко. Вот такая классная. Смотрите. Ай, плохо видно. Отсвет идет. Отсвечивает. Так закрыть. Действительно, так закрыть. А мы не бухаем. Алла говорит в окошко. Вы хоть бухните за меня. Так, самый главный нарезальщик у нас один, второй. Очень хорошо в моей компании, моих подруг, быть блогером, потому что я снимаю, я занята, а девочки... А что ты только что телефон не брала с собой? Куда ты ходила? Куда? А куда я ходила? Я никуда не ходила. До инопланетян. На совещание. На совещание. Я ходила в клозет. Да, Ксюша, в рот ложить не надо, иначе на ночь не жрать будешь. Так, не, я не будешь. Пробовать. Не будешь, а как ты у тебя вкусно. Говорила ты? Вкусно, да, хорошо. На ночь не жрать, и так корова. Вот такая самокритична. Смотрите, какой принесли девчонки сыр. Это какой-то супер-пупер классный. Сейчас Алла придет, расскажет, что это за сыр. Мед, ну да, обычно такой по-богатому сыр с медом. Здесь у нас сыр Филадельфия. Сейчас мы будем делать вот такие вот, как, господи, хлебцы. Так. Здесь у нас такой еще будет сырок. Девчонка нарезает дыню.
Леонора Евгеньевна. А еще нас ждет свинячья рулька, запеченная в духовке, в соево-медовом соусе. Обалдеть, ты хочешь, чтобы мои зрители сейчас потеряли сознание от твоей медово-сочной рульки? Добренькие, як мед. Так, там и есть мед. Там и есть, да. Конечно. Там и есть мед. Так что сейчас будем делать салатик. Салатик из свежего помидора, из свежего огурца. Также будет, где брынза? Где-то была брынза. А, брынза у нас вот такая вот будет. Перчик будет, скорее всего. Ну, в общем, такой у нас будет салатик. Раз я вам свяченого меду налью. Свяченого? А, ну да, це ж був медовий спас. Сьогодні я посвятила. Буде у нас сыр с медом. Кстати, вы знаете, что это очень даже вкусно и правильно. Сыр с медом. Давай я это все дело отнесу на стол. Сейчас я вам покажу медово. Медово какая? Соевый медовый. Соевый соус плюс мед, горчица. Ага. Соевый. И приправы. И травы. Чисто травы. Чисто травы. Разные. Конопелька, да? Вот такие. Тут грибочки я вам показывала. У нас такой очень-очень скромненький столик. Чисто девчачий. Но, девочки, мы же идем не кушать, правильно? Не есть. А что делать? Пить вино. Попалила. Сдала. Сдала. Всю контору попалила. Лика-лика. Боже-боже. Девочка, вкусно. Мы еще за стол не присели. Смачно. А ты уже хомячишь. Домашняя. Кстати, домашняя села. Очень вкусная дынька. Очень. Но я не люблю дыньку. Поэтому... Мне больше достанется. Я так и знала. Только настоящая подруга может так сказать. Mm. Так, я что-то снимаю так темновастенько. Надо будет, наверное, все-таки свет включить. По-моему, да? Боже, у меня есть хорошо обученный человек. Ба-бам! Ба-бам! Выполняет все мои желания. Захотела свет? Есть свет. Захотела выключить? Выключит. Выключить? Выключить. Смотрите, девочки, как... Смотрите. Оп! Оп! Пожалуйста. Знаешь, ты никого напоминаешь? Да. Ну, это надо сейчас еще Ксюшу сюда. Что хозяин хочет? Да. Телефон чей звонит? Или звонит? Это, наверное, мой. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Наверное, Кэти. А ну, давайте посмотрим, кто же тут звонит? Кто же тут меня хочет? Кто меня хочет? Нет, это не Кытя. Это не Кытя, простите. Все-таки в магазин полезностей купила хамон. Я, конечно, была удивлена. Она говорит, это полезно. Вот посмотрите на эту тростиночку. И она говорит, вон баночка какая-то. Что-то такое. А это? Фаршированные перцы. Фаршированные перцы. Как же сыр? Сыр, да. Я зрителей хотела для зрителей узнать, как вот этот вот сыр. Да, у него такое название. Тысяча дней или что? Невозможно запомнить. Классно. Тысяча. А он же с медом ест. Припуску с медом, да? Он очень вкусный. Короче, гуляй углевод сегодня называется, да? Сегодня читмил. А ну что там? Белок и жиры. Белок и жиры, да. У нас все правильно. Углеводов минимум. Что там такое? Боже, Егор. Что тебе Алла купила? А ну показывай. Показывай моим зрителям. Тихо, не падать. А что это такое? Егор. Что это такое? Не знаешь? Алла. Обалдеть. Я сыну рисовала. Боже, какая краса. А кто тебе такую картину подарил? Кума моя. Кума твоя? И мама твоя такую Веронике дарила. Ай, красиво, красиво, красиво. Так а что это у Егора? Объясни людям. Конфеты. Покажи такие. Желей. А ну дай покажу. Это такие желатинки. Боже. Вот так напугать можешь богиню. А ну тебе надо? Да что ж такое? Опять зазвонил. Держи. Опять зазвонил телефон. В этот раз это звонит муж. Алле. Алле. Да. Да. Десятый час застолья. И Лика предложила. Давайте кого-то будем обсырать. А давайте меня. Уже поздно. Уже меня за эти сколько... Мы тебя виделись, да, пока ты была на море. Вы у меня уже, да? Эх, подруги называются. А ну, о боже, о боже. У меня третий глаз открылся. Давай, научи меня, как надо глаза правильно сводить. Как? Учи давай. Смотри, как вот у тебя на кончике носа муха сидит. Давай. Мы сейчас делаем заставочку для видео, так?
Во! Да? Во. А, ну давай. Давай. Вот так? Ну, до меня, конечно, а вот далеко так? еще. Вот так? Так не видно. Ты так? Да.